это что там, Кузя кричит? У вас там все нормально? Да нормально, Вера, лучше не придумаешь. Ты отдыхай, загорай, не переживай. Мы тут без тебя уж как-нибудь разберемся. Ну все, мне пора. Держись, Кузя! О, ребятки, привет! Ничего, что я с вами из мусорки здороваюсь. Кузя, ну чего ты орешь, когда я с Верой по скайпу разговариваю? И вообще, куда это ты запропастился? Иди на шорох, я в мусорном ведре! Ты чего тут делаешь? Я вообще-то тут с ребятами общаюсь. Кстати, друзья, не забудьте подписаться на канал. Ну, а дальше что? А дальше нужно узнать, кто из нас предатель. Ой, да это и так понятно. Вера предательница. Она вместо нас Тимофея в Турцию повезла. Нет, Бось, Вера с нами играть не будет. А кто будет? Бургер и Дуся. А где же они? Чего я их не вижу? Вон они, по сети к нам подсоедини. Точно. Привет, ребятушки. Всем привет. Приветики. Ого, я такая прикольная, оранжевенькая, с тыковкой на голове. А Кузя, как всегда, коричневый. Как кокуля. Да потому что шерстка коричневая. И вообще, тихо, игра начинается. Ну а какие тут правила-то хоть? Расскажи же. Нам нужно починить этот космический корабль. Побежали на первое задание. Побежали. Тоже предатель. Да я уверена, что это ты, Кузя. Почему это? Да потому что ты в костюме какашки. Я докажу, что я не предатель. И выполню все-все задания. Предатель. Вот я бегу выполнять первое. Выбросить мусор. Ура, друзья, у меня получилось. И что ж получается? Хотел выбросить мусор, а выбросил себя? А я уже хотел, чтоб так получилось. Ну, воняет. Я вообще-то тут салфетку искал. Да? И зачем же тебе понадобилось? Это зашморганная салфетка. А я из нее тебе платьице сошью. Да, Кузя, теперь ты не только коричневый, ты теперь еще и пахнешь соответствующе. Вылази давай. О, а что? Тут даже прикольно. Смотри, типа качелька. Приехали. Пусть ты мне скажи, мы так и будем в мусоре сидеть? Или может пойдем играть? Там бургеры Дуси без нас уже все выиграли. Ой, точно, погнали. Да пойдемте. Вера нас прибьет. Друзья, а вы уже играли в Among Us? Если да, ставьте лайк. Ну что, погнали на следующее задание. Кузя, меня подожди. Алло, а мусор убирать кто будет? И Вера мне за это спасибо не скажет. Ага, попалась, я предатель! Чего? Да шучу, шучу! Ну чё, кукусики мои, мы с Кузей продолжаем бороздить просторы этого космического корабля! О, привет, мы тут! А дальше-то куда? Ой-ой-ой, нужно быстро починить реактор, иначе он сейчас взорвётся! Кузенька, я бегу за тобой! Нет времени ждать! Мы сейчас все взлетим на воздух! Ребятки, ставьте лайк, чтобы мы не взорвались! Куда взорвались? Мне надо сперва 70 тысяч подписчиков набрать! Чё ты встал? Делай что-нибудь! Ого! А я не знаю, что делать! Как ты не знаешь? Я никогда раньше не видел реактор! Ой-ой-ой-ой! Температура растет! Друзья, может вы знаете, как починить этот редактор? Его надо охладить! Дуй, Бозя, дуй! В каком смысле дуть? Прямом дуть! Ага! Сейчас сдуюсь уже! Ура! Реактор охлажден! Опасность миновала! Ребятки, ставьте лайк, чтобы отпраздновать это событие с нами! А еще обязательно подпишитесь! Да-да-да! Ну что, Бось, предатель я или нет? Да кто ж тебя знает? Ты же можешь меня специально запутывать! Хей, ты куда это сматываешься? У нас тут вообще-то короткое замыкание. Надо починить электрощиток. О, это что за куча проводов? Ой-ой-ой-ой-ой. Ну-ка, ну-ка, дай-ка. Ага, нужно соединить проводки по цвету. А может, наоборот, перерезать, как в фильмах про это обезвреживание бомб. Ну что, ребят, какой проводок режем? Голубой или желтый? Или, может, коричневый? Эй, коричневый, не надо ничего резать, я уже все починила. А вот и не все, надо рычажок нажать. О, ребятки, кажется, нам нужна ваша помощь. Давайте-ка на счет три все вместе нажмем на палец вверх. Ой, а я? Ну, а Кузя на рычажок. Понял. Кузя, ты готов? Всегда готов. Ребята, готовы? Тогда на счет три. Раз, два, три. Сработало. Какие же мы с ребятами молодцы. Выполнили почти уже все задания. А кстати, где остальные? А вон дочка побежала.
это? Это пульт управления космическими пушками! И нам надо отстреливаться от метеорита! Давай, пусть целься! По-моему, получается! Ой, а это почти попал! А, получается! Ух, я так пугался! Ура! Кузя, а это что такое? Ну, я ж говорю, напугался! Чё-то меня эти метеориты в раз застали! Да Вера нас прибьет, когда увидит, что ты сделал с ее любимым диваном! Ну, нечего тогда по Турциям кататься! Пускай лежит, диван охраняет! И вообще, нам пора менять локацию! Ну так прыгай давай, что ждешь? Высоко же! Ты чё, блин, бессмертный? Сам в шоке! Так, ребятки, я наконец-то остался один и могу поразмышлять, кто же на этом космическом корабле предатель. Будьте уверены, это не я. Наверняка это Бузя. А вы как думаете? Ой-ой, кого-то пришибло. Ну что, друзьяшки, у нас ЧП. Бургеру кирдык. Вот именно, поэтому нужно срочно выяснить, кто среди нас предатель. Я думаю, это Кузя. Да, это Кузя. Девчонки, а чё сразу я? Я вообще-то все время с Бузей был, задания выполнял. А вот только что я тебя не видела. Бузь, ну не сливай меня, я не предатель, честно. Да-да, Кузя, предатели обычно так и говорят. Ребят, ну хоть вы-то скажите, Бузе, вы же все видели, вы знаете правду. Ну так что, Дусик, против кого ты голосуешь? Дусик голосует против Кузи. Ах, вот так значит, да, вот так. Ну и голосуйте, ну и увидите, что вы ошибались. Я голосую против Дуси! Я тоже голосую против Кузи! Все, предатель, на выход! Бай-бай! Кузи не предатель! Куда это я попал? Меня реально вышвырнуло из дому! То есть, из космического корабля! Ох, ребятки, как же я теперь вернусь домой? И где мой домик? Вам там, случайно, не видно сверху? Куда же мне идти? Туда? А может, туда? Эх, ладно, пойду сюда! Кузя! Кузь! Ну ты где? Вернись, я знаю, что ты не предатель! Дуся, предательница! Как же я могла так повестись? Ох, ребятки, вот вам совет дня от Бузи! Всегда доверяйте своим лучшим друзьям. Даже если играете с ними в Among Us. Вот я Кузе не поверила и его куда-то вышвырнула. И я теперь даже не знаю, где его искать. О, кстати, у меня под видео есть ссылка на мой Instagram. Вы туда зайдите и напишите, где мне искать Кузю. Может, вам там лучше видно с ваших экранчиков. Еще и Вера это куда-то запропастилась. Никак не прилетит из своей Турции. Валяется там по пляжам с Тимофеем. А у меня тут Кузя пропал. Представляете, друзья, я вот шел-шел-шел-шел-шел и опять в то же место пришел. В общем, заблудился окончательно. Привет всем, кто на связи! Это Кузязя! И Кузязя! И сегодня всей нашей дружной компашкой мы срежемся в Among Us! У меня любимый цвет оранжевый, а еще я люблю Хэллоуин, поэтому на голове у Кузи тыкалка. Кузя! Ой, а у тебя какая маскировка? Любимый цвет коричневый, а еще я люблю покакать. Ну, естественно! Ого, ребят, к нам присоединился новый игрок, Федя! Всем здрасте! Здрасте, товарищи свинки! За Федю играет коллективный разум тысячи муравьев! Мы вас обыграем! Ура! А у нас тут, между прочим, тоже коллективный разум! Нам ребята помогают! О, друзья, я член экипажа! Давайте вместе искать импостера! Кузя, приветики! О, привет, Дусь! Я побежал выполнять задание! Ой, Кузя, ты чего у нас такой активный? Может, ты предатель? Ну еще чего! Предатели разве могут выполнять задание? Я вот могу! А мне отсюда не видно! А ребята могут подтвердить! Друзья, поставьте лайк! О, Федя, привет! Ты хоть меня не грохнешь? Никак нет! Федя сражается на стороне добра! Делай добро! Бро! Круто, Федя! Предлагаю голосовать против Бузи! Эй! А ты думала, я забуду, как ты меня вышвырнула? Ой! Кого-то крякнули! Ну вот! Ты пока со своим Федей дружбу водил, кого-то убили! Ага, я даже знаю, кто! Это ты была! Клянусь морковкой, что не я! Гол на голосовашку! Ага, а кто тогда? Бургеру обратно, кирдык! Да, Бургер, ты слишком медленный для этой игры! Так, давайте обсуждать, кто где был! Кто кого видел? Я думаю, это Бузя! Что? Да это клевета!
Дуся, ты чего? Девочки, не ссорьтесь. Я тоже думаю, что это Бузя. Но нужны доказательства. Я видела, как Федя оттуда убегал. Ну, честно, это не я. Федя заметил Бузю. Это она. Это она! Вот так вот, Бузя, все голосуют против тебя. Не очень-то приятно, правда? Ну и голосуйте. Ну и будете потом плакать горькими слезами, когда узнаете, что я не виновата. Да-да, все импостеры так говорят. Ну что, космонавты, лично мне все понятно. Думаю, можно голосовать. Предлагаю слить Бузю. Поддерживаю. Да, это Буся. От кого, от кого? Но от тебя, Дуся, я такого не ожидала. Это Федя, вспомните мои слова. Что? Бузя не импостер? А кто тогда? Молодец, Кузенька, отличная работа. Вышвырнул ценного члена экипажа. Ну и кто из них предатель? Дуся или Федя? Я уже знаю. Друзья, а вы догадались? Тогда ставьте лайк. Бусь, ну раз ты догадалась, то может ты мне подскажешь по секретику. Ага, сейчас, ты меня слил, а я тебе подсказывать буду. Так, ну Дуся вряд ли бургера замочила. Она его это даже догнать бы не смогла. А вот Федя... Ну-ну, Шерлок, тепло. Точно, ребят, это Федя. Он сейчас и меня замочит. Да, срочное совещание. Вот, блин, надо подождать. Хоть бы с ним один на один не оставаться. Кузя, я точно знаю, это Дуся. А мы сейчас на совещании это выясним. Не подходи ко мне. Это Дуся. Дуся, Дуся, это не Дуся. Дуся хорошая. Ну так что, против кого голосуем? Ох, ребят, я что-то совсем запутался. Бусь, ну подскажи другу. Ага, сейчас. Ну ты же не хочешь, чтобы мы проиграли. Не надо было меня сливать. А, не надо меня было сливать в предыдущей игре. А ты бы еще вспомнил то, что было в прошлом году. Народ, кто нас собрал? Голосуем. Да, голосуем. Я всех собрал. И мне кажется, что импостер Федя. Да, это Федя. Фух, ну наконец-то. А то я уже думала, что мафия победит. Отдаю свой голос против Феди. Против Феди. Что? Вы совершаете огромную ошибку, мои славные муравьи. Разве мы предатели? Нет, нет. Давайте устроим повторное голосование. Нас такой результат не устраивает. Дусь, а может ты предательница? Да, Туша. Эх, ладно, была не была. Нет, муравьи вам отомстят. Ура, девчонки. Ну и бургер, мы победили. Не сразу, правда? Я же говорю, всегда надо слушать меня. Бузя всегда права. Друзья, а вот вам еще один хороший совет. Го ко мне в инсту. Писать приветики и поздравления с наступающим Новым годом. У меня там для этого есть специальный постик. Приветики декабрь. Ребятки, вот вам лайфхак. Чтобы никто не спалил вас в игре, замаскируйтесь! О, Кузя, ты что, себя на помойке нашел? Нет, я себя кастомизировал банановой кожурой. Так у тебя в игре вроде туалетка на голове. Вот именно! В игре туалетка, а в жизни банан. А зачем? Чтобы никто не догадался. Да, Кузя, логика явно не твой конек. Бургер, самый быстрый черепах. Бургер, спать скорость. И вообще, где вы все? Давайте начинаем. Бузенька на месте. И только попробуйте меня сейчас грохнуть. Федя всем отомстит. Ну-ну, сейчас увидим. Ого, ребят, ну-ка, ну, держитесь все. Так, давайте выполнять задание. Ху-ху-ху, побежали! Ого, мы быстрые! Так, нужно кого-то подловить. Опа-па, Дуся! Ку-ку! Приветики! А что вы тут делаете? Эх, свидетель появился. Ля-ля-ля-ля-ля, а я ничего не замышляю. Иду искать задание. Да что же вы все ходите толпами? Ребят, вы меня что, преследуете? Бургер, самый быстрый! Дуся! Как самый быстрый, говоришь? Не, бургера жалко, его в каждой игре убивают. Пускай хоть тут побегает. А я пока спрячусь и устрою ловушку. О, опа-па! Я не поняла, меня что, грохнули? Это не я. Да я же не говорю, что ты, просто обидно. Я отвлеклась на банан, а меня взяли и грохнули. Нечестно! Да вообще, негодяи! Наверное, я опять этот, Федя! Ага! Коллективный разум, коллективный ну, разум! Ну ты хоть это, в этот раз не тупи и сразу его убирай! Да, конечно! Сейчас мы тут всех выведем на чистую воду! Вот хорошо, что Бузя меня не заметила! Надо убегать, пока никто не репортнул! Ой-ой! Унит! Бедный Бузенька!
Я ее нашел! О нет, Бузе снова не повезло! А где это произошло? У электричества! Знаем мы таких! Сразу убил, а потом нашел! А что? Кого-то убили? Ага, Бузю! Но я не думаю, что это сделал Бургер! Скорее всего, Федя! Это Бургер! Сам убил и сам репортнул! Это не Бургер! Отвечаю! А мне кажется, что это Федя! Он на Бургера и нападает, чтобы себя прикрыть! Муравьи! Что вы думаете, кто из них предатель? Это Кузя! Вот, коллективный разум никогда не ошибается! Это точно Федя! Дуся, ты не веришь? Это Бузя! Да какая Бузя? Ее ж убили! А, это Федя! Вот так хорошо! Голосуем! Я за то, чтобы кикнуть Федю! Бургер думать! Федя убили! Ой, кого-то убили? Да, Кузю! Да жив я! А! Бузю! Ой, короче, ребята, ясно, с вами все понятно, давайте голосовать! Да, давайте! Голосуем! Только не забывайте, надо кикнуть Федю! А кто проголосовал против меня? Нет, это какой-то заговор, я протестую! Мы не предатели! Вот это поворот! Федя оказался ни при чем, кто же предатель? Муравьи проигрывают, но не сдаются! Вызываем всех на матч-реванш! Кто за? Ставьте лайк! Лайк! Кузя, я, кажется, поняла! Так это ж ты меня грохнул! Кузя, только чш! Не выдавай меня! А я тебе дам банановую кожуру погрызть! Ой, да я и так ее уже грызу! Ну дай мне выиграть! Знаешь, что я загадал? Ну? Если я побежу... выиграю, то мое желание исполнится. О, Люк, можно телепортнуться. Так, где вы все? Мне достаточно убрать еще одного члена экипажа, и я выиграю. Бургер, Дуся, вы где? Их что-то никого не видно. Да они уже догадались просто, что ты предатель, вот и прячутся. Ничего, я сейчас их найду, я хочу выиграть. Бусь, а спроси, что я загадал? Ну и чё? Что наш канал наберет 70 тысяч подписчиков к Новому году, и я смогу к тебе переехать. Хитро! Теперь и я хочу, чтобы ты выиграл. Ага, и ребята, надеюсь, тоже. О, вон Бургер в столовке бежит. Лови его, лови! Где? А, бегу! О, нет! Бургер! Кузя! Компостер! Не компостер, а импостер! Друзья, жмите, пожалуйста, на красную кнопку подписаться у нас под видео! Помогите нашей мечте осуществиться! Кузя, давай! Банзай! Ура! Я победил! Наконец-то! Не думала, что буду так радоваться победе предателя! Кузя, я посвящаю эту победу и эту банановую кожуру тебе и нашему каналу! Моему каналу, алло! Ну да, твоему! Ребят, а вы не теряйте времени! Кликайте на это окошко и смотрите предыдущий выпуск!